Некогда в селе Пухово, близ Старого Устюга, жил очень благочестивый юноша. Очень строго всегда постился, свершал все правила молитвенные. Когда семья его переехала, отец умер, а матушка ушла в монастырь, и он начал безмолвствовать, а затем подвязался в самом тяжелом подвиге – юродство Христа ради. Перейдя в город Устюг, стал он ходить в рваном рубище босой зимой и летом. Ночами без устали молился, а днями мог отдыхать на куче навоза, со смирением перенося все насмешки и оскорбления. Еще при жизни Господь наделил блаженного Иоанна даром чудотворения. Однажды зимой, желая согреться, он голыми руками достал из печи раскаленные угли и, перекрестившись, улегся на них, не претерпев никакого вреда. А в другой раз он одним только словом исцелил от смертельной горячки супругу устюжского князя Марию. Представился ко Господу блаженный Иоанн, когда было ему всего лишь 18 лет, в 1494 году. Особо прославился он после смерти заступничеством при нашествии врагов и благодатными исцелениями недужных. Одиннадцатое июня. День памяти блаженного Иоанна, юродивого Христа ради.